Татьяна Чеснокова, председатель многоквартирного дома 9 по улице Юбилейная. Избрали ее жильцы в прошлом году в надежде, что молодая девушка поможет улучшить жилищные условия. Брать на себя такую ответственность, признается Татьяна, поначалу не хотела. Но когда поняла, что есть возможность выстроить конструктивный диалог между жителями и властью, решать общедомовые вопросы стало гораздо проще и быстрее. Изначально я не очень хотела соглашаться и не верила в то, что какая-то коммуникация, особенно через мессенджеры, может заработать и что-то изменится. Но честно могу сказать, что на сегодняшний день я абсолютно уверена, что это работающая история, работающая система. Эта встреча с жителями дома уже третья. Сначала мытищинцы высказали свои предложения по улучшению домовой инфраструктуры. Затем управляющая компания сформировала инвестиционный паспорт дома. А после коммунальщики исполнили пожелания горожан. Это и называется умная коммуникация. Нам нравится такая инициатива, нам удобно это, нам удобно иметь какие-то общие социальные в мессенджерах, еще каким-то образом, каналы связи с администрацией, с МУПом. И это действительно работающая инициатива, работающее взаимодействие. Так что я предлагаю подписать нам. В очередной раз встретились на многоквартирном доме по улице Юбилейной, дом 9, по подписанию актов выполненных работ, соответственно, в рамках инвестиционной программы, которая была предложена губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, поддержанной главой Юлией Олеговной Купецкой. Жители радушно встретили, сказали о том, что действительно эта программа работает, житель всегда прав. Всего за пару месяцев такой слаженной работы жителям поставили новую лавочку рядом с домом, установили камеры видеонаблюдения в подъезде, также отрегулировали работу домофона. Сегодня люди попросили решить вопрос с освещением, огородить парковочные карманы и навести порядок в зоне разгрузки машин около магазина, который находится в этом же доме. Поддержка со стороны жителей очень большая. Они рады тем работам, которые уже проведены, ждут тех, которые запланированы. Очень приятно, что жители так неравнодушны к своему городу, к своему дому. В завершении встречи были вручены благодарственные письма самым активным жильцам, которые вносят свой вклад в благоустройство дома. Я хочу выразить благодарность нашему МУП в лице Александра Юрьевича за работу, которую проводит с нами. И надеюсь на благотворные, благоприятные последствия. На самом деле помогает нам в трудные минуты. Вчера с 8 вечера в свое нерабочее время до 11 вечера был здесь, пока аварийные работы не были до конца выполнены. Да, все пожелания, которые озвучили на собрании в этот раз, также внесены в протокол. И работа по ним будет начата в ближайшее время. Екатерина Шарыпова, Денис Корнев, Первый Мытищинский.